беда. Точно рот. В живот не разевай. А то еще рабеночек выскочит. А нужен нам тут рабеночек. До больнички потерпи. Батя! Прасковья повитуха. Мать тех клеш. Богу душу отдала. А теперь 100 верст тащись по такой дороге. Что? Не свищись, Севастьян! Иду на свищи! Мужики! Макар Морозов тут! Тут! Чего? Ну, чего? Макар! Дарья твоя рожает! Дед Лукьян его в больницу повез! На поле! Бабу твою прихватила! Стой, Морозов, ты куда? А работать за тебя лешей будет? Григорий Ильич, жинка моя рожает. Ну, у меня народу нехватка, трое вон пятый день лыку не вяжу. Не пущу, Макар! Не пущу. В конце недели отпущу. Никуда твоя Дарья не денется. Работай. Посмеешь уйти, ноги твои в моей артели не будет. Работай, Макар, работай. Работаем, мужики. Бабы без нас порожают. Работать надо, мужики, работать. Давай не спим, не спим. Понимаешь?
тебе, кто позволил сюда войти? А ну, ваша пседора! Так он кричит-то так. Не он, а она, девка эта. А кричит от того, что к матери хочет. Видано ли дело, 9 месяцев в утробе материнской провести. К теплу материнскому привыкших. А мать? Нету матери, померла при родах. Можно? Я ее покормлю. Ну, ну покорми, коли молока много прибыло. Может быть, успокоится, да орать перестанет. На вот, садись сюда, садись-ка. Тихо. Ой, о, как вцепилась в тебя девка. Красавец мой, иди к бате. Алёш, ты чё такой пуганый? Макар. Родная ты моя. Как ж тебя так угораздило раньше срока-то разродиться, а? Я. И дитя-то у тебя некому было принять. Хорошо, дед Лукьян тебя в больницу-то отвез, а? Ну, сын, дочь. Макарушка. А пойдем поглядим, кто у нас нынче народился. Макарушка, там ведь это... Ведь там... Двое. Братик с сестричкой. Макарушка. Ведь девочка, она нам... Слушай, она... Я, так я же этот, дурёх ты мой, я же сыну рад, и дочке рад. Ты глянь, сын, ты как на тебя похож, а? А дочка? Дочка моя, кровь. Не, Рона его мой, не, ну, прям, ну, поглядите, ну, прям вылитая морозовская девка-то, а? Ты моя радость. Ты моя радость, родненькая моя. Дочку-то я Варварой назову, а сына Степаном. Скапка! Стой, паскудник! Стой! Поймаю, топором зарублю! Ёбка зашибу! Степка! Держи его! Стоять! Подай его, подай! Степка! Вот сюда! Держи! Поймаю! Топором зарублю! Я тебе сейчас так, Василий, зарублю, что рубить вовеки отучишься! Да ты меня, Макар, послушай сперва! Ну, назад! Макар, твой сын, ворюга! Ворюга твой сын, понял, нет? Чего украл? Ну? Да на кой они тебе сдались? Мамке хотел подарить. Средь бела дня в лавке украл! Сегодня он в лавке бусы украл! А завтра колхозное добро воровать будет. На вот, подавись. Стоять. Я тебе покажу, паскудец, как у чужих воровать. Ты что задумал, а? Ты что меня позоришь? Я тебе, паскудец, побег, а тут чу, воровать. Батя, не трать щепку, не трать. Чего ж творишь-то, а? Ты же, я ж тебя ремнем-то как хлестанул, а? Родненькая моя, милая, больно, скажи, Варюш. Варюшечка, ну скажи что-нибудь-то, а? Меня бей, Степку не тронь, не дам тебе Степку бить. Ух ты моя маленькая защитница. Ух ты моя, род. О, ну, смотри у меня шалопай. Помру я, видать. Мама. Ой. Мам, поехали в больницу. Ой.
Макар тебя отвезет. Ой! Ну, куда же нам доктора-то ждать, ежели он запил, а? Да никуда я отсель не поеду. В этом доме родилась, я бы помру. Ой. Муж, за Степаниды послать, а? Ой, Даш, ну и шо кого сюда притащишь? Ты, Евдокия, так шибко не вой. А то от тебя сердце кровью обливается. Ой, помру я. Помрешь, так схороним. Ой. А там и я за тобой следом последую. Ой, батя, ну чё ж мне так смотреть, ты как мать родная. Лёша, Лёш, там баба Дуня у нас. Ой, Лёх, помираю я. Да не вой ты так, баба Дуня. Так, дед, быстро, нож самый острый тащи. Огонь и миску любую. Да на что тебе? Да тащи, кому говорят. Это чё такое, Лёх? А? Лёш, ты чего? Ой, чё? Ты чего это? Ой! Ты чего это? Да ты чего? Лёша! Лёха! Не надо. Ой! Не надо. Не надо. Ой! Бабку родную! Ой! Ножом! Ой! Ай! Ой! Батя! Ой! Ну, подержи. Чего? Ой! Дед, ты чего? А как это, мам? Ой. А полегчало мне. Ой. Напужался, дурень старый. Ай. 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 Ой. Ай, плохо мне. Не любит он тебя, он по тёмке Катерине сохнет. Варвара, прекрати эти слова тихонь, нету никакого бога. Есть бог, мамка говорит, кабы не бог, мы ой, бы... Ой, ты побольше ты нашу мамку слушай. Она у нас не образована. А в школе сказали, что нету никакого бога. А кто тогда за место бога? Да прекрати ты креститься. Ленин теперь за место бога. У нас в школе его портрет висит. И на обожнице надо вместо икон Ленина повесить. Игнат Акимовке с тарелки улыбается. Ты, Аленка, в комсомол вступила, угадаешь. Ой, больно много ты про комсомол знаешь. Смотри, кольцо, видишь? Так это значит, что я замуж за Игната пойду. Ой, так уж он тебя замуж и возьмет. Он тетку Катерину у реки целовал. Я своими глазами видала, целовал и за разные места ее хватал. А ты, Аленка, мечтай, мечтай, дурында. Варя! А ну стой! Варя, ну-ка стой! Иди сюда. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечество. Алёш, мне надо в город ехать. Школу хочу на замок закрыть. Воровства много. Я сейчас. Про доктора Пирогова читаешь? Про него. Ага. Возьми книгу домой, завтра вернешь. Можно? Тебе можно. Спасибо. Сиди, сиди. Я вот что, Алёш, тут про тебя думал. Надо тебе в город ехать. Образование получать тебе надо. На доктора учиться. Ты человек цельный, голова у тебя светлая. Да кто меня в городе-то ждет, Иван Сергеевич? Это пока не ждет. Есть у меня вариант. Надо нам его с тобой хорошенько обсудить. Живет в городе человек один. Весьма своеобразный. Но души широкой, очень широкой. Зовут его Павел Аркадьевич Бабахин. Он директор драматического театра.
Сестра моя, Анюта, она у него в театре служит. Ну, так вот, Павел Аркадьевич имеет большие связи. Бабахин никому никогда в помощи не отказывал. Надо нам опробовать этот вариант. Положила. Он вчера по дороге возле нашего дома проходил, так она чуть из окна не вывалилась. Скажешь, что ж, нашему Алёшке до девок-то дела нет. Ему за место девок только книги. Он у нас будто ученый какой. Верно, доктор. Точно, Алёнка? И прям, доктор. Кузнецова! Катерина! Ну-ка, ждуй на ферму! Смени там Валентину! А чё я-то? Вечно ты меня, Матрёна Николаевна, на всякую дурную работу отправляешь. Будто других баб вокруг не видишь, только меня одну. Ты ну-ка, давай не прерыкайся! Ты делай, что тебе велят! А то я донесу председателю-то! Ну-ка, живо собирайся! Он Игнат тебя довезёт! Он как раз едет на лесопилку мимо. Игнат! Игнат Кузьмич! Давай сюда! Здорово, что ли, Катюх? А то мы с тобой не виделись, Игнат. Не знаю, как ты меня, а я-то тебя за версту всегда вижу. И готов глядеть на тебя неустанно. Опять ты за свое, Игнат. Ты куды? Ты куды меня повез, а? Да не ори ты, Катюх. Не ори. Игнат! Куда едешь? Игнат! Игнат, ты чего, Игнат? Игнат! Игнат! Красивая кукла. И кровать в них подложил, покуда я спала. Ну, помнишь, я тебе рассказывала, что бусы вот такие вот хочу? Ну, помнишь? Не помню я ни про какие бусы.
Фу, ты напугала. Кто они? Катерина Кузнецова, Игнат Акимов. Нету их тут. Чего ты так кричишь-то? Здрасте. Здрасте. Поле была. Была, ты сплыла. А чего не спросишь, куда я еду? Может, нам с тобой не по пути? А мне все равно, куда с тобой ехать. Ты что такое говоришь-то, а? Сейчас слышишь, что я говорю. Останови-ка телегу. Чего? Останови, говорю. Ты еще зачем? Иди сюда. Что такое? Чего удумала-то? Целуй меня. Еще целоваться-то не умеешь, дуреха. Вот ты и научишь. Да может и научу. Да как постарше станешь. Ты давай-ка, девка, не дури. Я другую люблю. Поняла? Все его там уберегать будет. И реветь мне не сметь. Не буду. Иконку положила, образок-то прям в рубаху-то зашил. Макар. Дарья. Ну, все, все. Птенцы-то они рано или поздно вырастают. Угу. Вылетают из гнезда-то. Да куда же он там-то? Один, одинешенек. Страшно. Сердце прямо на части рвется. Вон во дворе голоса слышны. Видать, бабка с дедом с внуком пришли попрощаться. Идем. Ой. Алеша, я тебе тут покушать собрала. Ну, мол. Молчи. Возьми. Ну, мам. Макар! Отпускай сына! Не то это вечером! Туда-сюда не обернусь! Успеешь! Спаситель ты мой, Лёша. Кто ж нас теперь лечить-то будет? Лечить-то? Ты не об себе. Ты об нём подумай. В нашем петуховском роду впервые мужик деревню покидает. Вот-то ты и оно. А ты все про себя, да про свои болячки. Ну, из нашего мородского рода тоже первый мужик Очеберек покидает. Ты давай уж там в городе делай так, чтобы мать с отцом тобой гордились. Оставайся мужиком, Алексей Морозов. Где Аленка-то? Ой, впрямь. А куда же она подевалась-то? С братом родным попрощаться не явилась. Бошку забила себе этим Игнатом Акимовым. Дрянь такая. Мать, не обижай, Варьку не гоняй. Угу. У Лёши. Все, все, все. Ну, с Богом чего?
Аленка. Тихо, тихо, я с тобой поеду. Ты дурная? Нет, я Дмитрич. Я тебе сказал, ни копейки я тебе на это дело не дам. Я прошу, Паша. Нет, вон, хочешь, Тамара Ильича нарисуй. Хочешь в одежде рисуй, хочешь без одежды. Да. Я тебе по-всякому разрешаю. Паша. Что? Что, Паша? Как Паша скажет, так оно и будет. Ты кем была до того, как ко мне в театр пришла? Ты в лоточке вышивала и на базаре ими торговала. Как Павел Аркадьевич Бабахин скажет, так ты и будешь делать. Ну, Павел Аркадьевич, ну зачем все, вы все, так? Все. Дорогой наш, Павел Аркадьевич. Тамара Ильинична вчера так на сцене блистала. Я другой такой актрисы вообще не знаю. Не видал никак. Давайте, товарищи, да Тамару Ильиничну водочки опрокинем. Ой, тонко. Наливайте, наливайте. Так, тихо. Господа! Товарищи! Да, товарищи, давайте выпьем за Тамару Ильиничну, за красоту невиданную, за талант неслыханный, за Томочку Суслову, любовь мою горячую. Ура! Хорошо сказал! Очень хорошо сказал! Велю в голый Дубасову позировать, будешь позировать. Велю в голый по улице пойти пойдешь, поняла? Павел Аркадьевич, наказывали напомнить. У вас для Тамары Ильиничны-то подарочек припрятан. Давай, неси, неси его туда. Пошли, Томка. Пошли. Что вам хорошо? К вам два молодых человека пришли. Говорят, по поручительству Ивана Сергеевича Колокольцева. Колокольцева? Да. Какого такого Колокольцева? Так они Колокольцева у нас в театре служат. Я бы тебя еще просила ее посмотреть на Варвару в грозе. Это брат ее. А, Ваня Колокольцев. Ну да, да, хороший человек. Ежели от него пусть заходят. Степка, ну ходи сюда. Стоять. Живее. Хорош, ну потрясничать. Ты мне теперь вместо Алешки единственный мужик среди баб моих. Будешь отцу помогать. Куда ты меня? Лес поедем валить. По этой причине Иван Сергеевич потешил себя надеждой, что вы в помощи не откажете и постараетесь помочь моему обучению. Доктором стать я всей душой желаю и обещаю вас не подвести. А это, стало быть, сестрица твоя? Да, сестра.
Она из дома сбежала. Порыв у нее случился. Необдуманно она сделала. Она сегодня же вернется домой. Домой? Зачем сразу домой? Пошел. Тихо, сиди, Том. А чего же сразу домой? Тебе сколько лет, Златовласка? 16-й год уж пошел. Мать честная, глаза-то какие. 16, мала еще. Красивая у меня Томка. Шуба у нее красивая. Слыхали? Шуба у нее красивая. Томка, ну-ка снимай свою шубу, неси ее сюда. Она, если во что зубами вцепилась, она и в нее оттуда из глотки уже клещами это не достанешь. Сейчас, сейчас, деточка, Павел Аркадьевич тебе кое-что другое подарит. И тебе теперь достанется. Что вы, что вы? Мы не можем. Ты не можешь, я могу. Яков Дмитриевич, парня на постой к себе бери. Ну, а ты, Сахарная, покуда домой. Подрастешь чуток. Ну, а как подрастешь, сразу ко мне. Я тебя ждать буду, поняла? Поняла. Макар, ты сына на кой сюда приволок? Мало он еще для тяжелой такой работы. Мужик к любой работе с измальства должен привыкать. Ты погляди, как он у него топором орудует. А ты, Григорий Ильич, говоришь, мало он еще. Ишь, что творит малец-то? Нравится мне твой Степка, Макар. Хоть и сорванец он у тебя растет. Ты позови ко мне его, Макар. От тебя у слова доброго век не дождется. Так хоть я ему пару слов человеческих скажу. Сергей Григорьевич, ног ты ему не наговори. Да у него в бошке мусору по коновалам. Ты позови, позови. Стёп! Стёпка! Подсюда! Повредил тебе чего-то. Сейчас, сынок, сейчас. Лошадь давай запрягай! Терпи, родненький мой, терпи. Сейчас. Вот ты. Домой иди!
Стёпа! Стёпа! Макар! Чё ж с Варькой-то наш творится? От Степана ни на шаг, ни отход. И кровать-то она ему свою уступила. Уступила. А сама теперь на печи кулачиком, словно кошка, свернулась и спит. Так это я ей говорю. Спик ты на Алёшкиной-то кровати. Угу. Это, говорит, она в другой комнате. А так я в любой час к Тёпке могу спрыгнуть и помочь, коль понадобится, да? Ишь ты, как она его любит. Любит. Ни тебя, ни меня она так не любит. И Калёнке с Алёшкой-то она тоже не така. Я думаю, что это от того по-особому, что двое нёни. В одном животе зародились, на свет Божий вместе появились. И от того у нее к нему тяга такая особая. А, это, Дарья, забыл тебе сказать. Завтра вечером председатель собрания в кухне собирает. Вместе пойдем. Ну, ты чего остолбенел, словно каменная? Дарья. Пойдем. Завтра ты пойдем. Читала про Снежную Королеву. Так там эта королева мальчика заколдовала. А девочка пришла к нему, заплакала. Слезы упали на его сердце. И он расколдовался. Я тоже плакать буду, чтобы ты излечился. Неужто самые, что ни на есть, золотые? Ну, конечно, золотые. Я на такие часики могу 3 дома купить, как у бывшего кулака Потапова. А может, и еще лучше. Ой, Ли, че вправду купишь? Ну, Аленка, рассказывай дальше-то. Аленка, ты чего умолкла-то? Да надоели со своими расспросами, домой пойду. Иду. Иду, моя хорошая. Заждалась меня. Ну, девочка, могу. Все, все. Стой. Аленка, а ну-ка, поди. Давай, корову-то помоги мне подоить, у меня в хлеву-то дело не в проворот, а то плывет он, как лебедушка. Вечно ты со своими делами, когда на душе муторно. Глянь-ка, муторно у ней на душе. Говорю, подои. И нечь себе бошку-то глупостями забивать. Дрянь.
а не девка. Ну, да, мой хороший, все. Все, 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 все. Так, внимание! Животко зачислен. Елистратова зачислена. Рукавишников не прошел. Щербаков не прошел. Козинцев зачислен. Васюков не прошел, Зубанин не прошел, Морозов. Зачислен. Все. Зачислен. Извини. Вообще не бегаю. Просто сегодня со мной невозможное произошло. Вы покраснели больше, чем эти яблоки. Ну и что за невозможность с вами сегодня случилась? Меня учиться зачислили на лечебно-профилактический факультет. Ух ты как! Значит, вы доктором будете? Ну, так-то оно да. Ну, догоняйте. Проводите меня немножко. Можно? Так яблоки давайте. А вы из деревни, да? А вы откуда знаете? Ну, совсем не стоит этого стыдиться. А я в городе родилась, и мои родители тоже. Ну, правда, их уже нету в живых. Моего папу убили в начале революции, он был штабс-капитаном. А мама умерла от пневмонии спустя 2 года после папиной кончины. Так что я живу с бабушкой. До революции мы жили в достатке. А теперь вот тяжело, бабушка болеет, так что деньги зарабатываю я. А за этими яблоками меня послала одна женщина, актриса. Угу. Она служит в театре. Да, я иногда выполняю ее поручения, и она мне немножко платит. Я берусь за любую работу. Я и пришла. А позвольте полюбопытствовать, как ваше имя? Алексей. А я Лиля. Ну, до свидания, Алексей. До свидания, Лиля.
руки протяни. И давай, как в прошлый раз. Сперва сядь. Вот так. А теперь за плечи мои крепко держись. И тихонечко на ноги становись. Вот так. А теперь дай мне руки и шагай. Шагай на меня, ну! Шагай! Вперед, шагай на меня, ну! Еще шагай, шагай! Еще шагай, ну же, шагай! Ничего, Степа, ты все равно пойдешь. Ты будешь ходить, ты сильный, ты сможешь, ты будешь. На последнем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии было принято решение проводить политзанятия с целью повышения политической грамотности колхозников. Ведь что это за колхозник, который не знает, что такое индустриализация? Колхозник, который трудится на созидание крепкого социалистического общества, не может быть политически безграмотным. Индустриализация задумана нашим вождем, товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным, для усиления промышленного потенциала. Идти твоим. Прости меня, Григорий Ильич. Только я тебя ни хрена не понимаю. Вот говоришь ты красиво. Я заслушался тебе. Только, ну, ни единого слова в толк не возьму. Батя. Чё, батя? Чё тебе, батя? Сама, небось, ни хрена не понимать, только понимательную изображат. Вот ян-то вот слово, про которое ты тут нам всем толдычишь, я его не только в свой разум принять не могу, я его вовеки никогда и не выговорю. Вот ты, шибко грамотная, до языка-то. Вот ты вот это словечко, про которое нам тут председатель всем толдычит, ты его произнести сможешь? Я-то... Это... Индус... Тише. О-о-о. Индус, француз. Дед Лукьян, а ну кончай дисциплину разлагать. Продолжайте, Григорий Ильич. Нет, не порядок это. Изъяснить надо человеку, ежели он чего не понял. Вот ты, Лукьян Потапыч, работу тяжкую всю жизнь руками своими делал, так? Ну так вот, мозоли-то дубовые понамозолил. Лукьян! Дашка, Макар, да и девы есть. Ишь, ой, а ты не ходишь на собрание, а нам тут председатель про машины разъяснят. Да какие тебе такие машины? Дурак ты старый. Щепка наш ногами пошел. Ну, Валька по улице сейчас водила. Да ты быстрее что? Домой бежите. Да поторопись ты, черт, старый, к собранию.